238 техногенных пожаров с начала года. Такую статистику приводят в региональном МЧС. К счастью, гибели и травматизмы детей на пожарах удалось избежать. Но без трагедий все же не обошлось. 15 человек погибли в огне. Прошлогодняя статистика тревожного ведомства почти не отличается. В 2019 с начала года и по середину февраля погибших на пожарах было 14. Рост количества пожаров и рост гибели у нас наблюдается на территории города Гусь-Хрустальный, Судогодского района. Рост количества пожаров наблюдается на территории округа Муром и Кольчугинского района. А также рост количества погибших людей на пожарах отмечается в Камешковском районе, где погибло 4 человека. В прошлом году погиб 1 человек. Также в Ковровском районе незначительный рост. И в Меленковском районе также зарегистрирован незначительный рост гибели людей на пожарах. Чаще всего по статистике возгорания происходят в домах и в машинах. Основная причина трагедии по-прежнему неосторожное обращение с огнем и нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники МЧС в ходе рейдов постоянно работают с группой риска. Специалисты приходят в многодетные семьи, к пожилым людям и к тем, кто злоупотребляет вредными привычками. Им напоминают правила безопасности, оценивают состояние проводки, электроприборов и печей. Кроме того, на основании соцконтрактов для малоимущих семей проводят замену электропроводки. В прошлом году данной возможностью на территории области воспользовались 51 семья, которым по месту их жительства была заменена электропроводка и, соответственно, им возмещены финансовые средства, которые они затратили на проведение данных работ. По имеющимся вопросам и по порядку проведения вот таких вот работ для малоимущих семей вы можете обратиться в отдел социальной защиты, соответственно, по месту жительства.